Привет! Сегодня я покажу вам, что и как я заправляю в качестве соли в посудомоечную машину. Вот у меня такая соль есть. Она очень чистая и красивая. Но хотя я пробовал и обычную, такую по 7 копеек. А этот не по 7 копеек, по 7 рублей. А это по 12 рублей за 600 грамм, что ли. Что-то не вижу, где написано. Спрячут же, так что не найдешь. Соль, натуральный продукт, Илецкая пищевая, высший сорт. 650 грамм. Вот. Что сыпят вообще-то в посудомоечную машину? Видите, какая красивая? Вообще в посудомоечную машину сыпят соль. И эта соль, она и есть соль. Обычная натрий хлор. Можно покупать соль специальную для посудомоечных машин, она там покрупнее. Она, может быть, помедленнее растворяется или что-нибудь в этом роде. А я сыплю вот эту. Вот. Она довольно-таки мелкая, хотя и крупная. Ну, мелкая для посудомоечных машин, а крупная, когда для еды. Когда мне не лень, то я ее просеиваю. У меня есть мелкая ситечка. И тогда я мелкую соль оставляю, чтобы в солонку заправлять, чтобы она проскакивала. А крупную отправляю в посудомойку. Ну вот. А сейчас мне просеивать лень было. И поэтому... А получалось так, что все время остается. Остается мелкая, а эту уже пора опять заправлять. Ну вот, и все. Ну, не буду уж показывать, как это. То есть гаснет лампочка вот здесь, как положено. Вот здесь вот. А, вам там не видно, наверное. То есть как положено, гаснет все. Все работает. Год она уже на простой поваренной соли. Машинка старенькая. И я на ней кучу экспериментов провожу. Я в нее еще лью фейри, стиральный порошок обычный. Ну, в общем, издеваюсь по-всячески. Мне интересно, чем это... Но пока ничем это не кончилось плохим. Но иногда и балую ее нормальным порошком для посудомоечных машин. Если я мою стиральным порошком, то я делаю одну короткую мойку со стиральным. А вторую мойку делаю с каким-нибудь прилом. Так, чуть-чуть капну. Вот у меня в такой банке. Вон, сейчас покажу. О, господи. Вот такой. Два пшика делаю. А, вам не видно, наверное. Вот такой вот. Два пшика делаю, и все. Так, на этом наше видео закончено. Не забывайте лайкать, это полезно. Видео тогда получше продвигается наверх. Рекомендуйте наш канал Видеоеда.ру, без этого, без точки. Видеоеда.ру в одно слово. Одноклассникам и ВКонтактике, и Фейсбуку можно, и Твиттеру можно. И смотрите наши следующие видео. Пока!